Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в игру Сингулярность. Продолжить. Итак, мы получили прибор, позволяющий нам управлять временем НВП. Капитан Ренко, глазам своим. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Больше 50 лет. Каторга 12, исследовательский центр. Запись эксперимента проекта 6226-99. Это первый зарегистрированный опыт перехода человека через разлом. Я буду записывать свои наблюдения, продвигаясь вперед. Я должен выйти из шестого разлома, который, похоже, соединен с этим и находится на пристани. Я вхожу в разлом. Ощущается слабое покалывание даже через скафандр. Пока не вижу ничего необычного. Как и следовало ожидать, нет никаких... Выключи! Скуксился. Для вас, наверное, прошли считанные секунды. Помните башню, куда я собирался? Я вернулся туда. Это самое подходящее место. Создавать для вас полезный, когда вы найдете чертежи или формулы, будет в качестве доступно новое улучшение. Хорошо. Вы нашли крепкое здоровье, увеличение максимального запаса здоровья, используйте технологию. Это хорошо, максимальный запас здоровья-то. Так, это портал. Максимум аптечек. Старшему технику Дмитриеву с моей горелкой Бунзина что-то не так. Она не работает, даже если включить на полную мощь. Не могли бы вы проверить, в чем тут дело, Иван? Давай. Ну, и что тут дело? Гори уже. Ну-ка, это. Давай. Опаньки. Хорошо, суем руку. Хорошо, так, повышение точности стрельбы, подождите. Для улучшения МВП, хорошо. Способности, обмен на технологии, вот что мы делали. Так, способности, увеличение урона и отбрасывающей силы импульса МВП. Так. Оборудование. Ворошиловский стрелок. Импульс. Ну давайте крепкое здоровье для начала возьмем. Так. Импульс. Увеличение урона отбрасывающей силы. Так. Повышение точности стрельбы из видов оружия. Так. Ага. Ну ладно. Импульс взяли, способность крепкое здоровье, зато взяли. Ну ладно. Пойдем дальше. Что нас ожидает здесь? Кстати, вот здесь вот бывают подсказки иной раз так. То, что не делай это, например, вот так вот. Максимум аптечек. Мы снова провели эксперимент с антигравитационным модулем, и снова неудачно. Этот раз тестовый объект пробил армированный пол. Ивана чуть не раздавило. Жаль, что только чуть, не нравится он мне. Сплошные разочарования накануне Дня Победы. Старший техник Дмитриев. Эх, Дмитриев. Давайте-ка посмотрим. Можно посмотреть? Нет? Нет. В
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы что, можем взять здесь, да? После боезапас полностью усовершенствовать. А у меня нету, да, усовершенствования ни одного. Понятно. Ладно. Жертва была принесена. Так, сюда сначала зайдем. Увеличим. Увеличим. Усовершенствуем данное оборудование. Сейчас я, по-моему, смогу гравитацией управлять. Ну, вот эти вот руки роботы, как железный человек. Только представляете, это еще в те года было. Все, ну давай посмотрим. Так, нажмите Е, чтобы бросить объект, нажмите мышь 1. Так, понятно. Вот так. Ой. Кто-то где-то. Припасы. Вот, кстати. Измени прошлое. Измени настоящее. А, вот прошлое. Это мне о том говорит, что я того козла спасал. Тихо. Давай-ка с тобой сначала возьмем, прочитаем, что здесь у нас написано. Усовершенствование тела. Железные легкие увеличат максимальное время задержки дыхания, используя технологию медленного сидеть в любом монтаже. Так, ага. Назад я не смогу, я же там упал. Господи. Опаньки. Так, чтобы подобрать, чтобы отпустить объект, посмотрите, голова отдельно, тело отдельно. Ух ты. Тут куча трупов, как будто морф побывал. Все на пиках торчат. Как будто там вам цепиш сделал. Вот эта вот штука влияет на меня как-то? Нет, не влияет. Так. Сюда. И вот сюда. Что это у нас? Чертежи МВП усовершенствования. МВП вы нашли добытчик получения большего количества боеприпасов с убитых противников. С использованием технологиями. Хорошо. Это мы любим. Увеличение боеприпасов. Но учитывая, что у нас ограниченные... Давай. Поэтому... Надо... Выбирать с умом. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Сохранение. Да. Вот и все. Я тебя убил. Не надо мне здесь свои правила устанавливать. Прекрасно. Где ты? Куда ты успел ускакать? Необходимо найти лифт, ведущий на верхний этаж корпуса управления. Остальные подходы перекрыты.
Ну-ка. О. Ну-ка. Что-то я сплоховал, что ли. Ай-яй-яй. Получил. Так, что у нас где еще есть? Вот ты мне понадобишься. На. Ох ты. Давай. Опаньки. Неплохо, да, вроде взяли? Ну ладно, будем считать, что неплохо. Жалко, конечно, что так обошлось. Ну-ка, стой. Я тоже так умею. Да. Блин. Вот сюда мне тебя надо засунуть, поди. Да ё-моё. Блин, дайте почитать. Убили. Ладно. Давайте-ка еще разок. Че ты не идешь? Идем, идем, идем. Ой-ой-ой. Нельзя это отпускать так просто. Капитан, вам необходимо найти лифт, ведущий на верхний этаж корпуса управления. Остальные подходы перекрыты. Да тихо ты. Да ё-моё. Так. Где я брал это? Максимум. Где я брал? Бочку эту. Вот она. Надо по-быстрому здесь все.
Так, она мне больше не понадобится. Так, это я взял. Что у нас здесь? Еще. Потихо. Аккуратнее. Блин, вот ни хрена себе, вот это я лоханулся. Так, мне не нравится новое молоко, и знаешь, слово оно оранжевое светится, когда я его пью, у меня такое чувство, будто я старею, когда макаешь то печенье, оно рассыпается в пыль. Бедные детишки. Мальчишки, девчонки, а также их родители. Вот эти штуки не могут? Блин. Дать энергии мне. А, мне сейчас туда надо. Ладно. Так, минутку. Ну, спокойно. Старение. С помощью МП можно состарить противника. Нажмите Q, чтобы состарить Зика. Он начнет перемещаться во времени, из-за этого снизится скорость. Как мы знаем. Это мы знаем. Вы должны подняться на лифте на верхний этаж. Вот смотрите. Что написано? Начинаю забывать. Давно это было. Вниз. Нет, не то. Давайте еще смотрим, что здесь можно взять. Записка. 4 горелка Брунзера, 1 тестовый объект, 3 печатных машинки, 50 коробок печенья, литров молока с добавлением Е. Вот так вот. Нельзя этим козлам верить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, аптечек максимум. Так, сейчас я запущу эту штуку. И на меня посыпятся, наверное, они. Правильно? Это пошли вон отсюда. Ой, мамочка. Ой, беги, беги. Ой, быстрее, быстрее. А вот хренушки тебе. Ну, чувствую, что придется с тобой сразиться. Я сейчас даже не вспомню. Ой-ой-ой. Ну, сейчас тебя бесполезно долбить. Вот так вот. Ваш шарик. Что я могу сказать? Страшно. Аптечек максимум. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дробовик. У меня нету дробовика. Блин, блински. Мне бы лучше с людьми
быть. Слушай. Это дневник доктора Василия Коркина. Вчера ночью я снова видел его. Испытуемый Альфа из опыта по телепортации. Уже в четвертый раз за последние две недели. Он возникает из ниоткуда. С каждым разом он кажется все четче. Признаюсь, он пугает меня. Немного. Его глаза полны ненависти. Вот так. Смотрите, оно даже не восстанавливается полностью. Здесь я уж не помню, как. Тихо. Ага. Вот так. Пройти, прошли. Сейчас вы должны видеть двор, который вам предстоит пересечь. Да? А никто не сказал, что в этом дворе монстр. Почему об этом ты не говоришь? Кому полковнику Иванову отдел вооружения? Отправитель доктор Глушко. Полковник Иванов, поймите, пожалуйста, что я очень ценю профессора Коркина, но в последнее время он ведет себя слишком странно. Он говорит сам с собой и стал крайне раздражительным и нервным, да паранойей. Кажется, он переживает серьезный срыв. Не могли бы вы встретиться с профессором Коркиным? Может быть, вы сумеете уговорить его взять отпуск или обратиться за профессиональной помощью? Заранее благодарен. Анна Глушко. Украинцы, что ли, Глушко? Укр. Агз. Агл. Давай. Итак. У меня есть... Как вот мы с тобой воевать? Где вот бой-то предстоит? Я бы знал бы еще. А, ну значит сюда потом зайдем. Для начала. Он заварил всю эту кашу. Технологии возьмем. Где у нас еще здесь что есть? Вот это, кстати, остров, да? На круассан похож. Где-то недалеко от Камчатки был показан. Ух ты, халява. Так, это у нас максимум. Записка, давайте почитаем. Хоть бы доктор Демичев отпустил меня домой сегодня, плохо себя чувствую. Где мое ведро? Какое ведро? Так, Е95. И пойдем туда. Вот оно, ведро.
Вот в эту штуку надо долбить. Сейчас прикрою. Так. Записка. Я начертил схему хранилища, в котором собираюсь спрятать МВП. Строительство займет много времени и сил. Его будет трудно скрыть, потому что... Кому же доверить эту работу? Борисов. Так. Ну, мы знаем, кому доверили эту работу. Так. Так, это чё? Ага. Но мы сходим сначала туда. Потому что здесь тоже кое-что должно быть. Записка. Я только что узнал, что доктор Демичев тайно продолжает эксперименты на людях, несмотря на их официальную отмену. Нужно рассказать об этом доктору Борисову. Он будет очень недоволен. Вот видите, все все знают, но никто ничего не делает. Все чисто. Сейчас я приду. Вскоре. Жди меня. Так. ДНК человека, вот как они в монстр превращаются. Сначала берут, потом отдают. Когда отдают, уже монстрами становятся. Нестабильность. Нестабильность. Товарищи, я понимаю, что вы заняты уймой разных проектов. Профессор Коркин, у вас возражения? Нет, нет, полковник Иванов. Все хорошо, хорошо. Отлично. Я знаю, что у вас напряженный график, и понимаю, что перед вами стоят почти неразрешимые задачи. Но вы занимаетесь тем, что не делал ни один ученый на Земле. Покоряете мощи Е-99. Продолжайте работу, и знайте, что вы помогаете отчизне гораздо сильнее, чем можете себе представить. Вот так. Давайте посмотрим, что нас здесь ожидает. Монстры есть. О. А я уж хотел аптечку использовать. А тут, о, как подфартило. Смотрим. Кто здесь? Внимание всему персоналу. У нас пропало несколько выпусков информации в картинках, взятые из архива материалы, полагается возвращать, не оставляйте их в уборной. Подтерлись ими. Мир 12 ошибается. Замполиту Юкову. Я заметил, что доктор Борисов проводит там внизу очень много времени. Что он там исследует? Следите за ним, докладывайте о любых подозрительных действиях. Демичев. А он там убежище строит. Так, если мы, мир 12 ошибается, но он же нам помог. Мы не можем не доверять сейчас этим ребятам. Хоть они и правы. Окажется. Это окажется, скорее всего. Так, давайте посмотрим. Каторга 12, исследовательский центр. Отчет о результатах проекта 62-16. Эксперименты с телепортацией идут по плану. Первый этап завершен. Теперь я намерен узнать, как сместить предмет по фазе относительно нашего времени. Самая большая проблема – обнаружить предмет после того, как его сместили. Именно для этого я создал хроновспышку. Сейчас предмет смещен по фазе в параллельное измерение, и для нас он невидим. Зато его можно обнаружить с помощью хроновспышки. Она также возвращает в наше время смещенные по фазе предметы. Хроновспышка — это огромный прорыв. Если ее уменьшить, она окажет незаменимую пользу при изучении телепортации.
Слава Ленину, Сталину и КПСС! Красавчик! Красиво сказал. Ну, насчет КПСС я бы поспорил, конечно. Итак. Обратно мы выходим. Ага. Выходим. Даже не знаю, что вам сказать, ребята. Мне очень не хочется туда к вам идти. А можно мне тоже телепортацией овладеть? Похоже, тут все чисто. Ну-ка. У меня другое было. А где у меня пушка-то моя? Сохренеть какими патронами? Тихо. Найдите и пристрелите его. Где ты? Я не вижу тебя. В голову. Я тебе в голову попал. И этому в жбан тоже попал. Да. Вот так вот. Блин, я даже не знаю, стоит ли мне винтовку брать. Но зато вы узнаете это точно. Вам то уж я расскажу. Стоит ее брать или не стоит. Так, а теперь мне надо боеприпасы пополнить. Выпавшие боеприпасы, которые в два раза увеличат. А, я же не прокачал еще ту технологию. Ее же прокачивать надо. А сейчас пока, как я понимаю, обычные боеприпасы, да? Ладно. Все, боеприпасы полные. Ой-ой-ой-ой. А я вам не показал, да, пули-то как медленно летают тем оружием-то. Простите меня. Ага. Пойдем отсюда тогда. Я-то думал, у меня-то... О! Чертеж, усовершенствование тела. Может увеличить максимальный запас энергии. Вот это хорошо. Точно нет этого оружия у меня. Блин, так плохо. Ай-яй-яй. А я там с боем прорывался. Ну да ладно. Давайте посмотрим, куда мне надо. Ага. Угу.
не выпадает. Ага. Как куда тебе тут? Так, если я сюда вот, допустим, упал, что здесь есть? Ничего. Блин. Да, думаю, это вроде правильно. Почему не работает? Потому что надо перепрыгнуть. Заберем с собой эту штуку. Может оказаться полезной. Так. Максимум все. Все у меня. О, нет, подождите. Вот так. Теперь сюда. Это максимум. Давай, давай. Боеприпасов максимум. У меня всего хватает. Кому, полковнику Иванову, отдел вооружения, отправитель сержант Черток, служба безопасности. Полковник Иванов, с прискорбием сообщаю, что профессор Коркин, глава вашей исследовательской телепортационной группы, прошлой ночью был найден убитым в своей комнате. Главная загадка в том, каким образом убийца удалось проникнуть туда. Все окна и двери были закрыты и заколочены изнутри. Нам пришлось выбить дверь, чтобы войти. Буду держать вас в курсе дальнейшего расследования. Это вот телепортация. Кто-то телепортироваться умел. Так. Но у меня вроде все есть. Все оружие, которое у нас будет. Так. СВК Симова. Да вроде ничего не надо. Все есть. А, вот может только автомат поусовершенствовать. Может быть. Модернизация обоймы, что ли? Что у меня тут есть? Увеличенный урон. Давай-ка увеличенный урон. Вот и все. Так. Что-то... А как мне туда попасть? Да, это не допрыгивай. Так. Сюда, сюда. Не верь Борисову. Блин, а кому верить-то? О, иди сюда. Говорил же, мне понадобится этот сундук. И опаньки, опа, ну-ка, опаньки. Так, теперь, когда у меня есть дробовик, нет, дробовик, на ближнюю дистанцию пойдем. Так, здесь мы, ага, да, вот сюда. Блин. Вот так. Откуда у вас? Вы что, утаскивали с работы, что ли, это? Ой-ой-ой. Вот он, полигон для сражения. Ой, давайте, я морально даже приготовился. Это что у нас? Патроны для автомата. Где ты? Где ты? Давай. Давай, ты еще, твари, телепортируешься. Смотрите, а он живой еще. Ой-ой-ой. Все. Смог. Тихо. Где ты?
На. Надо сначала с него броню сбить. Закрыто. Да. Еще давай. Блин. Че ты ржешь? Да. Вот теперь я буду ржать. Тихо. Что это за хрень? Где ты? Давай. Ой-ой-ой. А мне что нажать, когда он ударит? Давай. На спину. Вон оно что. Давай. Вот это. Хрень какая-то летающая из него. Так. Перезарядился. Ой-ой-ой. Так. Где тебе еще что надо там пробить? Блин. И... Вот хрен тебе в бошку, значит. Ага, не успел. Воу-воу-воу. Еще смешно. Куда тебе надо еще? Все? Подох. Капитан Ренко, сюда. Жди. Мне надо восстановиться. Что здесь мы имеем? Сюда. Ну, в принципе, не сложно, когда знаешь, куда долбить, а не выискиваешь. Скорее. Вау-вау. Да тихо ты. Так. Идем. Заперто, как всегда. Ренко, задержи их ненадолго. Проклятие! Ага. Почти готово. Путь
Да тихо ты. А я-то как? Тихо. Вот так. Больше прыгал. Пойдем, он раз он сюда. Нормально. Пока стреляю. Вы как себя чувствуете, ребята? Да ты ховы. Ну-ка. Да. Ренка, нам сюда. Ну заходим тогда. Чё стоишь? Доктор Борисов, мы внутри контура. Да. Секундочку. Давай. Контур включен. Ждем подъема. Скоро будет. Контур включен. Так. Доктор Борисов. Питание отрубилось. Ренка, нам придется сдерживать их, пока Борисов не восстановит электропитание. Подожди, тут... Генераторы запускаются. Ренка, восстановите контакты на контуре с помощью МВП. Это даст нам время. Вроде восстановил. Давай. Пока вроде никто, да, не прошел. Нормально, пока держимся. Буф. Успеваем. Ай-яй-яй. Блин. Давай. Успеваем. Блин, неплохо, да? Ковыряйся тут с этими уродами. Заработало. Конечно, заработало. Я же починил. Подъемник должен быть уже у вас. Наконец-то. Идем, Ренка, поднимемся на башню. Давай. Заходим. Ренка, нам сюда. Опаньки. Успели. Ну что, телепортироваться не можешь, да, сюда? Вот, хрен вам. Ни одного патрона на вас не потрачу, гадов. Здорово это у тебя получается, Ренка. Че? Балаболить? Очень даже. А ты? Ну, как бы тебе сказать? Ну, вроде на мордашку только симпатично. Боже мой, вы совсем не постарели, поразительно. Конечно, нет. Думаю, вы уже поняли, что история изменила свой ход. Миром правят русские, а Демичев стал генеральным секретарем.
Позвольте показать вам, что случилось после того, как вы вытащили Демичева из пожара. С удовольствием. Давай. Демичев захотел получить МВП, как только я его изобрел. Он потребовал передать ему устройство для опытов. Когда я отказался, он обвинил меня и всех, кто меня поддерживал, в предательстве. Если бы не вы, нас бы всех тогда расстреляли. Демичев помешался на сингулярности и ее возможностях. Но через несколько месяцев после ее запуска произошла катастрофа. Сингулярность взорвалась, тысячи людей погибли. Им еще повезло. Выживших ждала участь пострашнее, чем смерть. Излучение Е-99 вызвало мутации во всех живых организмах на острове, включая людей. Остров объявили карантинной зоной, но перед этим разработки на Е-99 были запущены в массовое производство. Московская. Его применяют везде, от микроволновок и автомобилей до оружия более мощного, чем американские атомные бомбы. На волне успеха Демичев быстро поднялся по партийной лестнице, уверяя, что СССР обладает технологическим превосходством, которое нужно использовать быстро и жестко. Генсек Хрущев согласился. СССР нанес упреждающий удар по Соединенным Штатам, уничтожив все восточное побережье одной бомбой с Е-99. Аналогичные удары были нанесены по Европе. Германия, Франция, Великобритания – все пали под натиском Е-99 в руках советских солдат. Опять же актуально, да, 2022 год. Через полгода у ног Хрущева лежал весь мир. Но недолго. Опираясь на армию своих последователей, Демичев сместил Хрущева и назначил себя пожизненным главой партии. Во как! Сам себя! Превосходно! Как видите, ход истории изменился, но его можно исправить. Нам поможет сингулярность. С ее помощью Демичев пришел к власти, а СССР разросся на весь мир. Уничтожьте сингулярность в прошлом, и ход истории изменится. Но уничтожить сингулярность может только предмет равной мощности. Бомба Е-99, мечта Хрущева. Одна из них находится на грузовом корабле, утонувшем в порту во время взрыва сингулярности. Но не будем забегать вперед. Спуститесь на лифте к старой железной дороге. Оттуда вы попадете в порт. Мы с Кэтрин вам поможем. Хорошо. Так. А сейчас я пока... Давайте посмотрим. Дневник Борисова, запись 6. Не понимаю, как сюда попал человек из будущего. Разве такое возможно? И когда он вернется? Я должен все для него подготовить, пока не поздно. Продолжаю исследование. События. Наш мирный атом, министр ядерной промышленности, достигнет конференции по вопросам энергии. Мирный атом в каждый дом. Такой лозунг был. Раньше. А сейчас, да. Ядерное оружие — это страшная сила. Ступайте, спуститесь на лифте к старой железной дороге. И не надо им давать в руки дуракам. Так, хорошо, только мы сейчас потихонечку по порядочку. Записка. Дневник Борисова, запись 1. После этого инцидента я был вынужден запереть башню. У лифта собралась толпа, явно не настроена на переговоры. Конечно. Я их даже видел. Записка. Дневник Борисова. Запись 3. Нашел сеть охлаждающих туннелей, которая связывает основные здания на острове. До открытия Е-99 по этим туннелям можно было пробраться в пещеры. Е-99. Так, мы все взяли. Вот так, давайте. Еще что-то есть, нет? Плюшевый мишка. Доброе утро! Пора навестить друга. Дневник Борисова, запись 5. С этим мишкой когда-то играла моя дочь. Она осталась с мамой. На каторгу я ехал один. Сейчас она уже взрослая. Интересно, увидимся ли мы еще хоть раз? Если да, то я верну дочке ее любимую игрушку. А пока этот мишка помогает мне в опытах. Он хорошо умеет слушать.
Ну какой хороший доктор. Так, записка. Дневник Борисова, запись вторая. И так и до сих пор заперт в башне. Продовольствие заканчивается. Иногда сюда залетают секлещи одиночки. Возможно, ищут место для гнезда. Их можно варить, но не обязательно. Но обязательно добавлять антирадиационные средства по моему личному рецепту. Чеснок, душница и еще одно растение, которое встречается только на каторге. И поглощает радиацию. Как ни странно, получается вкусно. Господи, чем тебе приходится здесь питаться? Дневник Борисова, запись четвертая. Я подготовился к встрече с человеком из будущего и расставил по всему острову специальные установки, которые помогут победить Демичева. Надеюсь, они пригодятся моему гостю. Ой, люли, ой, спасибо. Спуститесь на лифтик старой железной дороги. Да подожди, конечно, спущусь. Нет, это мы читали. Ой, чуть не ушел. Запасы здоровья. Так, ладно. Ну, раз мы все сделали, давайте посмотрим, что мы, на что нацелимся. Импульс. Увеличение. Оборудование. Так, добытчик. Так, ворошиловский стрелок. Это мне не надо. Больше количество боеприпасов. О, железный. Увеличенное максимальное время задержки дыхания. Вот давайте, вот это вот точно надо. Блин. Ну и вот так сделаем. Все. Теперь можно и в путь. Лифт доставит вас к старой железной дороге. Так мы только что с него спустились. Где логика? Папаша? Блин, я дробовик-то не люблю. Надо было снайперку поди взять. В боеприпасах. Не стеснен пока. Ну, по крайней мере, для дробовика-то точно. Так, тут еще что-то есть. Так, улучшение. Давайте возьмем улучшение. Посмотрим, что мы сможем на этот раз сделать. Опа, опа. И центр поменять. Бляху не надо, нет? Так, нажмите, удержите Е, чтобы накопить энергию, и нажмите мышь, чтобы выстрелить заморозка. Это создаст эффект внутри, которого замедляется течение времени. Ох ты, как хорошо. Как прекрасно. Это вот сейчас продемонстрируем. Вот так вот это будет происходить. Так. Мне надо снайперскую винтовку или как? Куда это меня приведет? Ага, хрен там, не перепрыгнуть. Ну, ладно, что ж. Пойдем. Ой-ой-ой. Ой, не нравится мне это. Блин, все-таки упал. Там пауки какие-то. На паука. Ой-ой-ой. Ренка, ты меня слышишь? Ты живой? Конечно. Ну-ка, уйдите от меня. Ну, я думаю, на этом все. Увидимся в следующей серии. Пока.